Там нет, это же вам не артист Дюжев, который вдруг открыл для себя в России, он сделал поразительное открытие, что, оказывается, в России живут россияне, которые без всякого трепета относятся к артистам, которые их развлекают, и даже не пускают артистов без очереди. Но он сам виноват, что даже до преклонного, ну правда, ничтожного в сравнении с моим возрастом, он для себя сделал открытие, что люди преимущественно агрессивны, злобны, и не только друг к другу, но даже и к артистам кинематографа. Александр Невзоров.